Одесские переулки и площади, улицы и скверы. В нашем городе повсюду продают продукты прямо с земли. Торговля на самодельных прилавках, сколоченных из досок или пластиковых ящиков. Немытые ведра, грязные миски и поржавевшие весы, на которых тут же взвешивают товар. Молочные продукты и подсолнечное масло, разлитые в магазинные бутылки из-под газированной воды. Рядом с продуктами стоят изношенные сумки, тележки и продавец без передника, без перчаток и специального головного убора. Антисанитария. Продукты хранятся в непригодных условиях, без соблюдения температурных и санитарных норм. Покупка овощей, фруктов, мяса или рыбы прямо с земли чревата отравлениями. К слову, по официальной статистике, в течение всего года в инфекционную больницу ежедневно поступает не менее 15-20 пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция». Летом это количество увеличивается до 50-70 людей в день. Все продукты имеют свои сроки хранения. И покупать там, где вы уже покупали и уверены, что вас не обманут, что вам, что персонал обследован, что вам, даже если вы видите, что вам продают продукты и не одевают перчатки, то это покупать не нужно, а уже с земли. Но такая торговля прямо с земли особого доверия к качеству продуктов не вызывает. Будьте осторожны. Потребление несертифицированных товаров без необходимых документов может повлечь за собой отравление. А если кушать такие продукты часто, то это может привести к онкологическим заболеваниям. Товары из-под полы и нелицензированных точек могут навредить вашему здоровью. Тем более соблазнов что-нибудь купить в Одессе на каждом углу. А люди вот покупают у стихийщиков без документов. Мэрия, это что? Кто дает разрешение всем этим людям торговать продуктами питания прямо с клеенки, с ящиков и самодельных прилавков? Такая несанкционированная продажа запрещена законом. Торговля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами тягне за собою накладення штрафу від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Но несмотря на все запрети і з легкої подачі мерії, торговля на вулицях нашого города процвітает. Наши власти ничего делать не хотят. Вообще. И потом говорят, платите в бюджет города. Зачем платить, если можно стоять стихийкой, работать? Вот так. Все для предпринимателей. Никто не хочет разгонять стихийную торговлю. Никому это не надо. Одесситы, будьте осторожны, когда покупаете продукты питания на улице прямо с рук и с земли. Это небезопасно. Если городские чиновники не могут позаботиться о том, чтобы очистить город от несанкционированной торговли, так подумайте хотя бы вы сами о себе.